ночь. Тёма спит нервно и возбужденно. Неясный свет ночника слабо освещает 4 детские кроватки и 5-ю, большую, на которой сидит теперь няня в одной рубахе с выпущенной косой, сидит и сонно качает маленькую Аню. «Няня, а где Жучка?» – спрашивает Тёма. «И, – отвечает няня, – Жучку в старый колодец бросил какой-то ирод». И, помолчав, прибавляет: «Хоть бы убил сперва, а то так, живьем. Весь день, говорят, визжала сердечная». Здравствуйте! Сегодня мы читаем повесть Гарина Михайловского «Детство Тёмы», у которой в этом году юбилей. Повести исполняется 120 лет. Написанная 120 лет назад, она и сегодня возвращается к своим читателям. «Спи, родной, пускай приснится мягкий лунный сон, звездной пеленой покрылся ветхий небосклон». Тёма спустился по ступенькам террасы в сад. В саду царил беспорядок вчерашнего дня. Цветы пригнулись к грязной земле, а деревья так и остались стоять, наклоненные дождем, как будто бы забывшись в сладком предрассветном сне. Тёма пошел по главной аллее, потому что в каретнике ему надо было взять вожжи. Что же касается жердей, то он решил выдернуть их из беседки. Каретник оказался запертым, но Тёма знал ход в него и без ключа. Он пригнулся к земле и подлез в вырытую собаками подворотню. В каретнике он взял не только вожжи, но и фонарь, решив, что с фонарем ему будет удобнее, чем с горящей бумагой. Бумага может упасть вниз и обжечь Жучку. Выбравшись из сарая, Тёма перелез через стену, которая отделяла черный двор от сада. Для этого он взял фонарь в зубы, намотал вожжи на шею и подвязался веревкой. Вообще, Тёма был мастер лазить, но сегодня лезть ему было очень трудно. В голову отчаянно стучали 2 молотка, и он едва-едва не упал. Взобравшись наверх, Тёма на мгновение присел, потом свесил ноги и посмотрел вниз, выбирая место, куда прыгнуть. Внизу он увидел сплошные виноградные кусты и понял, что свеженамоченная листва сейчас же намочит его одежду. На какое-то мгновение он оглянулся назад, но, дорожа временем, все-таки решил прыгать. Спрыгнув вниз, Тёма стал пробираться глухой заросшей дорожкой, стараясь не смотреть на серую кладбищенскую стену. Он шел, смотря прямо перед собой. И чем больше он старался смотреть прямо, тем ему делалось страшнее. Теперь он был уверен, что мертвецы сидят на стене и внимательно следят за ним. Он чувствовал, как у него по спине пробегали мурашки, как что-то страшное лезло на плечи, и как чья-то холодная рука, точно играя, потихоньку подымала сзади его волосы. Тёма не выдержал и, издавши какой-то вопль, принялся было бежать, но звук собственного голоса успокоил его. Вид заброшенного, пустынно торчавшего старого колодца среди одинокой, глухой, поросшей высокой травой местности отвлекли Тёму от мрачных мыслей. Он подбежал к краю колодца и позвал Жучку. Сперва он не слышал ничего, кроме биения собственного сердца и ударов молотков в голове. Но вот откуда-то снизу, издалека, раздался протяжный глухой стон. От этого стона у него сжалось сердце и вырвался
новый крик. «Жучка!» На этот раз жучка, узнав голос хозяина, радостно и жалобно завизжала. Тему до слез тронуло, что она узнала его голос. Ему показалось, что жучка просила его поторопиться. «Сейчас, жучка, сейчас!» – сказал Тёма и принялся действовать быстро, с осознанием всей ответственности, взятой им перед жучкой. Привязав к веревке фонарь, Тёма зажег его и, опустив в колодец, начал вглядываться вглубь его. Фонарь тускло освещал ветхий сруб, теряясь во мраке, в самой глубине которого блеснула кромка вонючей воды. Каким-то ужасом смерти пахнуло на него с одной этой далекой и страшной глади. Он точно почувствовал на себе ее прикосновение и содрогнулся от мысли, хватит ли у жучки сил дождаться, пока он приготовит все для ее спасения. Он начал действовать еще быстрее, все время окликая ее. «Жучка! Жучка, я здесь!» Привязав вожжу к одной из стоек, поддерживающих перекладину, Тёма полез в колодец. Он сознавал только одно, что времени терять нельзя ни секунды. В колодце его обдало вонью и смрадом. На мгновение в душу закрался страх, как бы не задохнуться. Но он вспомнил, что жучка сидит там уже целые сутки. Это успокоило его, и он стал спускаться дальше. Добравшись до того места, где застрял фонарь, он укрепил его еще покрепче и стал спускаться. Вонь все-таки давала себя чувствовать, и Тёма начал дышать ртом. Результат получился блестящий. Вони не было, и страх окончательно улетучился. Жучка, опять усевшаяся на прежнее место, тоже успокоилась и веселым попискиванием выражала сочувствие безумному предприятию своего спасителя. Не теряя времени и осторожно держась зубами за изгаженную вожжу, Тёма обвязал свободным ее концом жучку и стал карабкаться вверх. Жучка, увидев такую измену, подняла отчаянный визг. Но этот визг заставил Тёму подниматься еще быстрее. Но подниматься было труднее, чем спускаться вниз. Нужен был воздух и силы, а того и другого у Тёмы было уже не очень много. Он судорожно хватал воздух губами, и чем быстрее поднимался, тем быстрее оставляли его силы. Вот Тёма поднял голову вверх, в далекое ясное небо, и увидел где-то высоко над собой маленькую птичку, скачущую по краю колодца. Его сердце сжалось тоской. Он понял, что не долезет. Тёму охватил страх. Он растерянно остановился, не зная, что делать. Кричать, плакать, звать маму. Чувство бессилия и одиночества вдруг охватили его. Его потянуло туда, вниз, где отчаянно визжала жучка и ожидала свою жертву вонючее дно колодца. Не надо бояться. Бояться стыдно. Бояться только трусы, произнес сам себе Тёма. И когда он это говорил, его голос окреп и успокоенный, Тёма стал взбираться дальше. Когда он почувствовал, что снова начал уставать, громко сказал себе: «Теперь опять отдохну и потом опять полезу. А когда я вылезу и расскажу, как я смешно кричал сам на себя, все будут смеяться, и я тоже». Он улыбнулся и стал ждать прилива сил. Таким образом, незаметно голова мальчика, наконец, высунулась над верхним срубом колодца. Он сделал последние усилия, вылез сам и после этого вытащил жучку.
Теперь, когда дело было сделано, силы стали быстро оставлять его. Почувствовав себя на твердой почве, жучка энергично отряхнулась и бросилась на грудь к Тёме, принявшись слезать его в самые губы. Но этого было слишком мало для того, чтобы выразить всю ее благодарность. Жучка кидалась еще и еще. Она пришла в какое-то неистовство. Тёма слабо отмахивался руками и отворачивался, чтобы спасти от вонючей липкой грязи хотя бы лицо. Наконец, напряженные нервы Тёмы не выдержали. Он испустил крик и повалился на землю к великой радости жучки, которая могла теперь без всяких препятствий выразить ему свою любовь и благодарность за спасение. Тёма пришел в себя час спустя, лежа в своей кроватке с ледяными компрессами на голове. Но связь событий уже потерялась для него. Всем было жаль маленького Тёму. И пройдет еще несколько недель, прежде чем он оправится и снова покажется на террасе своего дома, щурясь от солнца. Я не знаю карты звездной, имена светил. Спи, малютка, час уж поздний в небе наступил. С вами был Михаил Перепелкин.